серия А и АПЛ синхронно назвали официальную дату возвращения. Вратарь ПСЖ попал в аварию. В Дании вернули болельщиков на трибуны благодаря приложению Zoom, а Криштиану Роналду, кажется, принял решение покинуть Ювентус. Об этих и других новостях поговорим в ближайшие несколько минут. И раз уж мы заговорили об уходе Роналду, напиши в комментариях, в каком клубе ты бы хотел увидеть легендарного португальца в новом сезоне. Друзья, большой футбол возвращается. Вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. В сетке легального партнера Париматч появились события по футболу, киберфутболу и вообще огромному числу спортивных соревнований. Появилась новая широкая линия по Бундеслиге. И, конечно же, мы делаем разные акции и бонусы для вас. По нашей ссылке вы получите страховку на первую ставку до 2000 рублей. Если она не сыграет, получите деньги обратно на счет. Ищите ссылочку в комментариях. Итальянский журналист Пьетро Бальцано в своем твиттере поделился горячим инсайдом. Форвард Ювентуса Криштиану Роналду планирует покинуть клуб по окончании сезона. Пока это можно отнести к разряду слухов, но данная информация поступает мне из разных источников, и поэтому нужно уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и Ювентуса могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи, но посмотрим. Написал Бальцано. Жми на лайк, если тебе было бы интересно посмотреть на Роналду в новом клубе на старте следующего сезона. Остаемся в Италии. Хорошие новости для фанатов серии А. Официально объявлено о возобновлении турнира. Министр спорта Италии Винченцо Спадафоро заявил, что футбол в стране вернется 20 июня. Италия приходит в себя, и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом. Мы получили гарантии, что процесс тестирования игроков никоим образом не повлияет на доступ населения к тестированию или не помешает ему. Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Надеюсь, с 13 по 20 июня будут сыграны матчи Кубка Италии, и это станет сигналом для всей нации, заявил чиновник. Также уточняется, что у Федерации футбола Италии есть еще два запасных плана на случай, если коронавирус снова помешает доиграть сезон. План Б – это плей-офф, а план С – фиксация команд согласно текущему положению в таблице. Практически синхронно с Италией о возобновлении своего розыгрыша объявила и АПЛ. Акционеры премьер-лиги договорились о новой предварительной дате рестарта сезона. Это произойдет в среду, 17 июня, при условии соблюдения всех требований безопасности, говорится в сообщении пресс-службы АПЛ. Матчи планируют проводить без зрителей. Перенесенные поединки Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити Арсенал будут сыграны 17 июня, а полноценный новый тур АПЛ стартует 19 июня. Приложение Zoom, ставшее мега популярным благодаря карантину, ворвалось и в футбол. В первом матче возобновленного чемпионата Дании между Орхусом и Рандерс болельщики попали на стадион благодаря этому сервису. Перед главной трибуной стадиона Орхуса были установлены три экрана общей площадью 120 квадратных метров. Болельщики, заказавшие электронный билет, могли выбрать себе место и подключиться к трансляции. При этом футболисты даже слышали фанатов. По одному экрану выделили поклонникам каждой из команд, и еще один был отведен для нейтральных болельщиков. Всего на матч было реализовано 10 тысяч бесплатных билетов. Сам поединок завершился в ничью 1-1. Экс-вратарь Барселоны Виктор Вальдес нашел новое место работы. Испанец возглавил клуб 4-го испанского дивизиона «Орта». Новая команда Вальдеса завершила сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Твиттер «Орты» поприветствовал тренера таким сообщением. «Надеемся, вы добьетесь успеха на посту главного тренера нашего клуба». Отметим, что Вальдес начал тренерскую карьеру в молодежной команде Барселоны в 2019 году, но спустя 3 месяца после назначения был уволен. Голкипер ПСЖ Марцин Булка стал участником дорожно-транспортного происшествия. Сам футболист, к счастью, не получил серьезных повреждений, чего не скажешь о его элитном автомобиле. Булка в текущем сезоне чемпионата Франции вышел на поле лишь один раз, так сказать, дали Булке размять булки. Дичь из чемпионата Норвегии. Мольде объявил о разрыве контракта с защитником Вегардом Фореном за кражу общака. Да, вы не ослышались, есть в этой команде и такое. Форен украл деньги из общака, который формируется из средств, выплачиваемых за штрафы. Потратил он их на азартные игры. При этом сам Форен был главой этого общака и всегда имел доступ к деньгам. Защитник признался, что уже более 15 лет страдает от игровой зависимости. Сумма, которую стащил футболист, составляет около 100 тысяч норвежских крон. Это чуть больше 9 тысяч евро. Отметим, что за плечами у Форена 33 матча за сборную Норвегии. И еще одна новость, которая в прошлом могла восприниматься лишь как абсурд. С австрийского клуба ЛАСК сняли 6 очков за то, что команда тренировалась.
как вам причина, но в карантинной вселенной это возможно. Между прочим, эта команда лидировала в австрийской Бундеслиге. В Австрии были разрешены лишь занятия небольшими группами с соблюдением социальной дистанции. В ЛАСК же проводили полноценные тренировки. В Австрийском футбольном союзе посчитали это нарушением фейерплей. После снятия 6 очков ЛАСК опустился на 2-е место, а в лидеры вышел Red Bull Salzburg. А на сегодня все, мы продолжаем держать руку на пульсе всех событий. Подписывайся на Реальный Футбол, жми на колокольчик и будешь первым узнавать все самое интересное. До связи!